Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посвятить вам канал Хабибов. Здесь выходит очень крутой контент. Это ловля домов и бизнесов. Канал только начал развиваться. Давайте его поддержим. Ссылочка на этот канал будет в описании. Всем советую перейти, посмотреть. Я думаю, вам такой контент понравится. Так что подписывайтесь. Я тоже подпишусь. Буду следить за этим каналом, смотреть видосики. Потому что я вот посмотрел два видео, мне они понравились. Также я вам советую, подписывайтесь, давайте поддержим, так сказать, начинающий канал. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня у нас новый видосик, посвященный Мозингу, а именно разработке модпака. Появилось пару новых новостей. Конечно, их немного, всего лишь 4, но все же. Кто не знает, это группа модпакера Мозинг Ролеплей, официальная его группа, если что. Также у него есть свой канал, вот ссылки есть, короче, Роман Филиппов. Также он является ZKA 07 сервера. Он разрабатывает модпак для Мозинга и уже так далеко, кстати, продвинулся. Ссылки все будут, если что, в описании на его группу. Так что обязательно подписывайтесь, пацаны, и пишите ему свои идеи. Итак, начну, наверное, с этой новости. Скорее всего, да. Вот именно с этой новости начнем, короче. Это именно Приора. Так, продолжаем. Короче, смотрите, вот приорка вот такая вот есть. Приорочка такая, сосочка просто. Я не знаю, какая это последняя, рестайлинг или что это вообще такое. Я просто по приорам не шарю, пацаны, если что. Напишите, какая это последняя приора, либо какая это вообще приора. Короче, вот такая вот приорка. Симпатичная. Подробно мы еще рассмотрим, я специально... Сохраню себе эти картинки, открою их подробно, мы увеличим и рассмотрим все. Поэтому, как-то так. Короче, приорка. Первое, это приорка. Второе, это то, что начал модпакер делать скины. Он делает скины для ДПС и ППС обновлены. Поэтому, вот, как-то так. Ну, это понятно собой, что вот это ДПС. А вот это, я не знаю, это тоже ДПС, либо это ППС, потому что я не шарю, если что. Форд фокусы, я так понял, так и будут, по-моему, они такие самые, либо нет, я не помню, на самом деле. Вроде такие самые фокусы, короче. Ну, короче, работа над скинами пошла, если что. Третья новость, это вот такой скрин, новостей нет, так как меняли номера на всех машинах. Ну, зато есть картиночка, вот такой вот Jaguar F-Type. Я так понял, он его добавит, потому что этот Jaguar мелькал и раньше, в принципе, на скринах, по-моему, серый был или какого там цвета, он мелькал раньше на скринах, поэтому я думаю, он его добавит, не просто так же он скрин скинул вот такой вот, по-любому он его добавит, Jaguar F-Type, очень симпатичная машина, мне, честно говоря, нравится. Так, идем дальше, дальше это то, что вот, пост такой вот, короче. Был урезан вес автомобиля и также небольшие переделки. Это, если что, Майбах. Но на самом деле мне Майбах больше старый нравится, потому что этот уже... Ну, это не Майбах, это Мерседес просто. А до этого, у меня сейчас старый модпак, у меня нормальный Майбах. Мне он очень нравится. Вот этот мне не нравится, потому что... Это уже Мерседес, пацаны. Это уже не Майбах, это Мерседес, как бы. Да, это Мерседес Майбах, если что называется. Но просто Майбах намного круче, как по мне. Если что... Был урезан вес автомобиля. Почему? Потому что где-то дня 3-4 назад всех игроков Амазинга звали в Дискорд и по очереди они говорили типа о улучшении, да, проекта. И там один чувак сказал типа, что нужно заменить типа машины АО или ускорить. И я так понял, что тем самым, что он урезал вес Майбаха, он будет, наверное, ускоряться быстрее, либо ехать быстрее, я точно не знаю, я в этом тоже не шарю. Все вопросы можете писать в эту группу ему в комментариях, потому что я, пацаны, не шарю. Ну, в принципе, давайте все посмотрим подробненько. Ну что ж, давайте подробно рассмотрим все эти картинки. Так, скины ДПС. Ну да, они такие прикольные, более уже современные, потому что... Вот эти скины как-то уже сильно давно как-то надоели, на самом деле, скины ДПС. А вот эти уже поновее будут, в принципе, посовременнее и, в принципе, мне не нравятся.
реально прикольные скины такие. Я бы сказал, да, прикольненькие такие скины. Да, мне нравится вообще такой пацанчик в белой рубашке, там погоны, все дела. Прикольно, прикольно. Погнали дальше, в принципе. Что у нас тут есть? Майбах. Многие, типа, возмущались, типа, что за колеса такие там и так далее, что с колесами. По-моему, это оригинальные колеса Майбаха, если я не ошибаюсь, потому что у них всегда такие необычные колеса. Что на Майбахе вышел какой-то Майбах, я видел. Кабриолет, АМГ, какой-то там купе, короче. Кабриолет, купе, какой-то Майбах вышел, и там точно такие же колеса, я помню. Поэтому, наверное, либо он с того Майбаха взял колеса сюда поставил, либо они в оригинале здесь и идут. Я точно вам сказать не могу. Хотя я хорошо в машинах шарю, но точно вам сказать не могу. Не, конечно, блин, ну, блядь, это тупо жопа 222-го Мерседеса. Как бы, блин, ну... Ну, блин, мне старый Майбах больше нравился. Реально, это просто 222 Мерседес, только побогаче. И типа, Мерседес Майбах. Вот и все, пацаны. Весь успех, весь секрет успеха, короче. Как бы, я думаю, все вот. Тут фары такие же самые, в точь-в-точь. Блин, ну, ай. Или стоп, так. Или это S600, или это не Майбах. По-моему, тут написано Майбах. Да, здесь, по-моему, написано Майбах. Да, это Майбах. Майбах S600 или что-то написано, я не понимаю, короче. Ладно, там мы видим мотоцикл. Кстати, блин, пусть он заменит этот мотоцикл на какой-то байкерский, потому что мотик реально прикольный. Я бы сам себе приобрел его, если бы у меня было место. Я бы себе такой мотик приобрел бы, поэтому было бы круто, если бы он его заменил на какой-то нормальный такой мотоцикл, чтобы его можно было красить. Так, погнали дальше, короче, я так полагаю. Jaguar F-Type. F-Type. Блин, ну... Шикарная машина, что тут сказать, шикарный автомобиль. Колесики нравятся мне, в принципе, мордашка у него тоже симпатична. Но жопа, конечно, такая злая, у него четырехствольный такой выхлоп пацанский, такой зверюга такая, блин. Значок Jaguar смотрит в небо просто. Ну, блин, круто. Симпатичная машина, было бы круто, чтобы ее добавили там вместо той же LaFerrari, блин. LaFerrari пусть нахуй убирают и ставят F-Type на него, потому что Ferrari, LaFerrari... А, Феррари, стоп, Феррари для Феррари, это, блин, М2, у меня просто старый модпак. Ну, вместо чего можно поставить вот эту машину? Я думаю, вместо чего ее можно поставить, я даже не знаю, блин. Вместо Феррари FF можно ее поставить, конечно, ну не знаю, блин. Много, конечно, есть вариантов, вместо чего ее поставить. Но, хрен знает, короче, модпакер сам, в принципе, решит, я на это никак не влияю, но вы можете писать свое предложение ему в комментариях, и он обязательно все читает, если что. Поэтому да. Короче, идем дальше. Не хочу видос затягивать. Максимум хочу 10 минут. Приорка. Лада, седан, баклажан, четкий таз, сразу глаз. В принципе, все понятно. Симпатичная моделька, но многие писали, чтобы он ее пониже сделал. Я соглашусь. Возможно, это он ее так зареспавнил, и когда фотографировал, она, типа, знаете, была такая, что машина поднимается, либо опускается. В принципе, такое бывает. Ну. Что там, пацаны, походу, дом продают или что с автоматом. Один скин в УЗИ, другой в скине ППСника, второй в бандане, в татуировках бандит. Ну, прикольная картина, короче, да. И вот такая белая приора, ручки в цвет, вообще люксовая, походу, приора или нет. Я не знаю, парктроники даже есть. Походу, это люксовая какая-то приора, если я не ошибаюсь. Не, ну круто, очень круто. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Вот такой вот коротенький видосик. Буду стараться, ну, это, конечно, от меня зависит, как бы я жду, пока материал наберется какой-то, либо если охуенная какая-то новость, то я сразу снимаю видос. Но так, в принципе, вот 4 новости за неделю, какие произошли в этой группе. Не забывайте подписываться, уже почти 1100 человек, ссылка, повторюсь, в описании. Все, пацаны, всем пока-пока, не забывайте ставить лайк. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, yeah.